прошу вас к аудитории. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Константин Чурсин. Мало того, что Константин Чурсин, это еще и тенор. Константин тенор, да. Чурсин – тенор, что очень важно. Вот. Но мы уже встречались. Правда, это было для нас обоих не так долго, как, я чувствую, нам хотелось бы. Точно. Пока не получилось. Но, тем не менее, я рассчитываю, что у нас впереди большое будущее, и мы еще многократно сможем встретиться и позаниматься, и увидеться. Поэтому сегодняшний день мы хотя бы используем на вещи, которые не просто мы сейчас что-то будем петь и прямо вот вам опять какие-то концерты сейчас устраивать. Я думаю, что вы уже услышали сегодня много всякой разной музыки. Наверное, есть вещи важные технологически с точки зрения того, как очень еще молодому певцу с замечательным голосом правильно подойти к выучке, к разбору материала. И поэтому я попросила, это действительно мы вчера встречались, но я попросила сегодня Константина принести совсем другой материал по сравнению с тем, что мы пели вчера. Потому что мне показалось, что материал, который пелся вчера, уже немножко, так сказать, чуть-чуть запет. Уже тут была некоторая проба пера. А мне хотелось что-то посмотреть совсем-совсем новое. И я поставила Константина в безысходное положение, заставив его только сейчас распечатать ноты, и он в эти ноты никогда не смотрел. Это правда. Правду говорю? Да, правда. Вот, никогда не смотрел. Так что мы сейчас будем с ним заниматься тем, что мне казалось бы, ему было бы полезно, но уже условия таковы, что это абсолютно новый для него материал. Вот так. Если вы мне дадите ноты, я буду признательна. Да. Спасибо большое. Так. Так. Значит, у нас в руках ни много ни мало как Ариоза Германа из оперы Чайковского «Пиковая дама». Сегодня день Чайковскому во многом посвящен. Да, да, да. Вот. Но это, слава богу, это не «Прости, небесное создание». Это не эта ария, хотя вот эту арию знает Константин хорошо. И уж, конечно, это не «Что наша жизнь игра». Да? Это тоже не эта ария. Это первая ариоза, которая, мне кажется, очень трудным, но, может быть, полезным с него начинать изучение Германа, а не со второго ариоза и уж точно не с третьего. Так что, ну, сейчас будем смотреть. Ариоза предшествует речитатив. Есть у вас в нотах тоже, да? Да, конечно. Попробуем? С речитатива попробуем, да? Да. Я все подыграю, если что-то вы, понятно, не знаете, да? Да, к цели твердою ногой. Нет, смотри. Да, к цели твердою ногой идти, как прежде, не могу я. Я сам не знаю, что со мной. Я потерялся, негодуя на слабость, но владеть собой не в силах больше. Я влюблён. Ах, ты влюблён. В кого? Два и три и четыре. Я имени её не знаю и не хочу. Все перебирая, не знаю, с кем сравнить. Любовь мою, блаженство рая, хотел бы век хранить. Но мысль ревнивая, что ею другая.
когда я след ноги не смею ей целовать, меня томит. Кляну себя на страсть земную, напрасно я хочу узнать. Уже. Унять. Напрасно. Напрасно я хочу унять, и все хочу тогда обнять. Держи нос. Дальше. И все хочу мою святую тогда обнять, и все хочу мою святую так. А здесь на одном дыхании? А, тут в зависимости от того, где возьмешь. И все хочу мою святую тогда. Лучше взять перед тогда обнять, чтобы не перед последним глаголом брать, а перед тогда обнять. И все хочу мою святую тогда. Вот здесь возьми дыхание. И все хочу мою святую тогда обнять. Крещендо, еще стой на ноте. Теперь поехали дальше. Я имени ее не знаю. Спокойное дыхание. И не хочу узнать. Держи. Держится дольше, да? Ну, это проба пера. Самая-самая такая начальная проба пера, буквально действительно первый ясельный шаг. Вот ясли, и ребенок встал, вот и вот первые шаги. Это так, запомнится тебе заодно на всю жизнь, когда точно, как-то начинал учить Германа. Да. Значит, так, сейчас не трогая речитатив, его просто надо учить ноты, ритм, сейчас даже это не будем трогать. Прямо берем с того такта, где я имени ее не знаю. Первое и главное. Не шуметь звуком, ничего не прессинговать, не давить на звук. Культивировать сейчас только одно. И с этого начинать учить Германа, раз все равно он в работе. Я бы, конечно, на самом деле, это к аудитории, я бы, конечно, не стала бы трогать Германа в таком в детском возрасте. Но уже не я руководила всеми предыдущими процессами, поэтому Константин уже пришел с Германом. Поэтому это хотя бы, я считаю, самое из всех Германов, самое полезное. Из всех Германов самое безвредное, самое для образования полезное посмотреть вот это первое Ариозе. Почему я и попросила начать с него. Вот. Значит, сейчас, пожалуйста, культивировать главное — это легато, переход из ноты в ноту. Кантилена предельная, как в итальянской музыке, как в бельканто. Из ноты в ноту, не толкая ни одну ноту, просто перетекай, пожалуйста. Прямо играю твой арабикар. Раз, и два, и... три. Я имени подожди, не пропеваешь. Ре, ми, ре. Прямо, ну-ка, сольфеджио скажи. Ре, ми, ре, до, си, ля. Ровно, гладко. Прямо сольфеджио. Ре, ми, ре, до, си, ля. В разных местах. Ре находится в одном месте. В одном месте, в плоскости. Давай. Ре, ми, ре, до, си, ля, соль, ре, до. Так, теперь не торопясь, немножко несешься. Ми, ре, до, си, ля. Не несись. Ре, ми, ре, до, си, ля. Проверь стыковку всех нот друг с другом. Давай. Ре, ми, ре, до, си, ля, соль, ре, до.
Костя, попробуй, пожалуйста, не ура, не садись. Более плавучее. Это плавучее плавсредство такое. Вот по поверхности воды. Вот так. А и ура. Вот не топи звук, не топи. Веди его. Ре, ми, ре, до, си, ля, соль, ре, до. Теперь аккуратно подставь текст, легатный текст. Я имени ее не знаю. Продолжай. И не хочу. Ми-бекар спой. Спой ми-бекар. И не хочу. Хочу, соединяй со следующей ноты. И не хочу. Еще теснее. Хочу. Хочу. Да. Вот, смотри, я тебе сейчас скажу. Попробуй абстрагироваться сейчас от всех, кто сидит в зале, от камер, вообще от всех микрофонов, которые на тебя навешаны. Попробуй сделать такую вещь. Вот я сижу за роялем, да, и могу сыграть. Вот твои ноты. Хочу. Я могу сыграть кварту эту. Вот я могу одной рукой нажать две ноты. К сожалению, в голосе ты не можешь нажать две ноты. Ты можешь нажать только по одной ноте. На скрипке можно нажать. На виолончели можно. На виолончели можно нажать. На любом инструменте, в принципе, да, как сказать, в большинстве инструментов нажимаются. В голосе нет. В голосе нажимается только одна нота. Но ощущение у тебя должно быть, как будто у тебя нажалась следующая нота, а предыдущая еще не снялась. Вот попробуй это у себя в голове уложить, чтобы было и не ха, смотри, ха, вот это я держу эту ноту, чу, чу, как будто они две ноты звучат. И с самого начала. И ре, я, держи я, и бе. Вот это абсолютное... стыковка двух нот. Они срощены, они слиты. Вот то, что называется легато, это когда слитность абсолютная в нотах. Они так. Я имени ее. Ре, ми, ре, до, си, ля, си, ля. Смотри все время. Не бери следующую ноту, пока не понял, что у тебя с предыдущей. Понял. Вот сейчас возьми одну ноту. Ре, в третьей ноте поторопился. Не переходи, пока держишь предыдущую ноту. Держи все время предыдущую ноту. Ре, ми, ре, до, си, ля, соль, ре, до. Вот, и дыхание при этом держи, чтобы хватило. Дальше. До, си, ми, ля, ля, соль, фа. Вот. То есть это вот тут вот сидит. Да. Это нигде не сидит. Это не здесь не сидит. Это нигде. Это нужно понять, что когда я начинаю учить, я должен учить с этого момента, с абсолютного соединения. Я... Буквально это будет в 6 раз медленнее. Это не важно. Я... И... Вот я держу. И... При переходе... Ми... Ми... Дальше следующий переход. Ми... Ни... Ни... Держу... Ей... Держу ее... Ее держу... Не... Ее не... Не... Зна... Не... Зна... Вот... Нету шва. Стремиться, чтобы между нотами не было никакого шва, ни зазора, ничего. Вот это надо выутюжить. Это как хороший утюг идет по вот мятой ткани. Вот эта вот абсолютная гладь должна быть. Начни с глади. Вот если ты научишься вот это понимание, ты все партии свои начнешь учить правильно. А не так. Ну, я Герман, сейчас будет. Да, пошло оно. Избави Боже. Избави Боже. Должны быть азы профессии в руках. Это азы. Через них нельзя перепрыгивать. Они потом придут к тебе и скажут, эх, так, что ж ты наделал? Да? Поэтому давай, пожалуйста, сейчас со словами. На дыхании. Каждая нота на дыхании. И только дыхание переводит от одной ноты, переход от одной ноты к другой, это только дыхание, да? Давай.
дыши, дыши. И не хочу узнать. Вот смотри, какой должен быть расчет дыхания. И не хочу узнать. Ага, на у акцент. Вот это вот, вот это вот у тебя дыхание, вот оно работает, 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 работает. И ничего не торопиться. Знаешь, есть такие певцы, торопыги. Да? А почему они начали торопить? Потому что так все учится. Быстро, кое-как, и там не допел, тут не допел, тут дыхания не хватило, ну и пошел вперед. Бедные пианисты, обычно сердобольные пианисты, да, они тоже за певцом идут, и потом певец, выходя на оркестр, никак не может понять, почему у него не сходится-то ничего. Не сходится. Да потому что он привык петь так. Поэтому отучайся сразу. И не хочу и два, и три, и четыре узнать. Вот она, длина твоей ноты. Не хочу. Давай прям «и не хочу» звучит. И не хочу узнать. Нет, на одном дыхании. Угу. На одном дыхании. Вот этот расход должен быть в ля-бекаре такой, что ты владеешь этим расходом. Ты можешь подать здесь звук, убрать здесь звук, но дыхание должно быть одно. Вот тогда вырабатывается пластика, тогда вырабатывается возможность что-то со звуком делать. Угу. Давай еще «и не хочу». И не хочу. Точнее, и легатнее. И не. Как будто по две ноты берешь сразу. И не хочу. Хочу. Первый. И не хочу узнать. Толкнул «у». Узнать. Угу. Тоже легато должно быть. Угу. Давай еще раз «и не хочу». И не хочу. И не спел. И не хочу узнать. Так, дальше. Земным названием не желая. Костя, легатнее, как будто по две ноты, как будто ре, ре, со. Как будто вместе это игра. Ре, соль, фа, ми, ре, до. Легатиссимо абсолютно. Земным названием не желая. Так. Ее назвать. Ты провалился в ля-бекар, не спев ми. Ее назва, назва. Смотри, я пою. И «а», и у меня идет в «а». «А-а-а, най, быстро, стремительно звать». Угу. То есть «а» я вообще не колышу. Я понял. Да, держи «а», только перемести звать. Ее. Ее назва. Нет, падаешь, падаешь, разорвал. Ты падаешь в ля. Да, да, да. Ее назвать. Нет. Ее, возьми сейчас, ее на. Ее на. Нет. Стоп. Назвать. Вот, теперь назвать соединилась, разоединилась. Ее на. Угу. Ре залегуй. Ее, не повторяй ре, только слог передвинул. Ее назвать. Немножко падаешь в ля-бекар со страху почему-то. Ее назвать. Зафиксируй, что ты там делаешь сначала. Ее назвать. Не, падаешь? Да, слышу. Причем торопишься. А это воля. Это воля. Это заставит тебя. Ее назвать. Просто держи сначала ми-бекар при переходе. Ее назвать. Вот это легато было. Вот это было легато. Но это сложнейший процесс. Да. Ты, угу. Готов, ты готов бросить жизнь, девушек, красоту мира, ресторан, все вот для того, чтобы вот в это погрузиться? Готов, конечно. О, я не знаю, я бы засомневалась. Это сначала надо вообще решить для себя, потому что, в принципе, это жизнь ограничений. Все. Все.
Это все будет подчинено вот этому. Это сумасшедшие люди идут вот сюда. На самом деле. Так, все, давай-ка еще раз от начала. Я имени ее не знаю. Нота в ноту, легато в легато. Нужно mm-hmm. здесь быть крэзи. Mm-hmm. Нужно на этом помешаться. Это должен быть твой, твоя идея фикс. Mm-hmm. Добиться, тогда получится. Легатиссимо. Я имени ее не знаю и не хочу узнать. Земным названием не желая ее назвать. Вот, между прочим, дыхание заработало вдруг, да, заработало. Открылись форсунки. Дальше. Понятно, музыку не знаешь еще, это понятно, я даже про это не говорю. Угу. Просто, неважно. Три. Сравнения все перебирая, не знаю, с кем сравнить. Да. С разорвал. С кем, смотри, держишь, сравнить. Угу. Держи, держи, держи. У тебя и дыхание сейчас начнет работать. Да. Потому что у него безвыходное положение у дыхания. Надо. Да? Давай сравнение. Сравнение все. Это разговор, это не звук. Петь. Петь уже в ноте ре спеть. Сравнение все. Смотри. А сравни, сравни. Сравнения все перебирая, не знаю, с кем сравнить. Да, с нить, снял дыхание. Любовь мою. Любовь ма, фма. Там нужно любовь, держишь, бовь, ма, фма. К следующей ноте. Согласную к следующей ноте. Любовь нет. Мою. Костя, лю не пропиваешь, прыгаешь сразу. Любовь. Это разговор. Так поют большинство. Петь надо хорошо, легато. Любовь, любовь. Пой. Любовь мою, блаженство рая, хотел бы век хранить. Без теноровых штучек. Век храни. Без теноровых штучек сейчас. Ве. Вот идет нота. Ве. Век хра. Век хра. Да, не подталкивать этот век. Это все в будущем. Угу. Когда научишься, будешь все, хочешь, все, что хочешь делать. И это будет эффектно. А сейчас нет. Угу. Хотел бы век хранить. Хотел бы. Подожди, ха, нота села. А нота течет. Ха, вот она. Хотел бы век. Угу. Это плазма, которая не рвется, без дырочек. Хотел бы век хранить. Вот и взял хра, нить. Не заковыривай снизу. Хра, вот у тебя храни, храни. Ага. Одна и та же, один и тот же звук. Храни, прямо спой, храни. Храни. Нет, нет. Храни, храни. Не торопись, храни. Храни. Вот, это ближе к истине, да. Вот сейчас ты ноту не повторяешь, ты слог передвигаешь. Еще. Хранить. Так, теперь не разваливай ноту. Хра, собери. Хра, все в концентрацию. Храни, концентрированно. Хранить. Вот, видишь, ты способный какой, а. Давай еще. Хотел бы век хранить. Хотел. Никогда не бери опять просто так, раз, ха. Угу. Всегда думай, как я возьму эту ноту. Думать. Голова сейчас очень сильно должна работать. Хотел бы век хранить.
Нет, после века глаз легато потерял. Соль была последняя нота в легато. Дальше не было легато. Хотел. Хотел бы век хранить. А вот это было легато, да, да. А теперь немножко все то же самое, что ты делаешь, чтобы у тебя дыхание давало тебе вот эту возможность. Давай немножко пластично, пластично дыхание работает. Хотел бы век хранить. Дальше. Но мы сдревнивая. А, смотри. Неправильно пою. Да. Ты видишь ля бикар, и как у любого тенора, немножко начинает сносить крышу. А, ля бикар, сейчас будет, да? Спокойно. Это небольшой интервал. Но мысль рядом. Но мысль. Но мысль рядом. Не задирайся в него. Давай. Но мысль ревнивая, что ею. А, все правильно? Все правильно, правильно. Легато только. Не бойся. Соль диез просто не выходит. Сейчас. Ну, соль диез, да. Ну, еще раз, но мысль. Но мысль ревнивая, что я. Костя, успокойся. Мысль, куда ты? Ты хочешь сейчас в потолок найти эту ноту в потолке. Спокойно. Но мысль, она здесь же у тебя, это твоя нота. Легато просто. Близкий интервал. Близкий интервал. Но мысль ревнивая. Смотри, делаешь. Мысль, бросаешь легато, и все уже пошло не легато. Мысль, ре, сль, ре, сль, ре. Согласный. Мысль, ре. Быстро растогласную переставил и пришел в гласную. Ревнивая. Но мысль ревнивая, что ею другому обладать. Держи ноту. Дать. Уводи. Это три доли. Не пой, как все, бросают ноту, она убивают ее на корню. Это зародыш ноты, она уже убита. Не убивай зародышей. Хорошо. Да? Еще раз, но мысль. Рядом, рядом интервал. Но мысль ревнивая, что ею другому обладать. Легато, когда да. Я слеп. Подожди. За такт это было легато или нет? Нет. Вот и давай. Абсолютно значит, нет. Держи. Дать. Снял спокойно. Дальше легато. Когда? Да, вот когда. Прямо. Когда я след ноги не смею ей целовать меня томит. Отлично, посмотри, одно и то же повторяется. Когда я след, это же мелодия другими согласными, ноги не смею. Да, и вот это вот, на самом деле, какой интервал между ля диезом и ре бикаром? Это где вот эти все повторения, да? Вот ре бикар, ля диез, ре бикар, ля диез. Квинта, да? А? Кстати, подсказка зала. Давайте. Ну? Кто? Так. А правильно. А какой интервал? Ре бикар, ля диез. Это терция, да? Уменьшенная вот, да, вот правильный кварта. Ответ. Это уменьшенная кварта, которая звучит как? Увеличенная, да? Вернее, большая терция. Да. Вот, уменьшенная кварта звучит как большая терция. Ее надо мыслить, но он записал, ему просто анализы такие нужны были, да? Но мыслить-то близко, это всего терция. Не разляпывать, не разляпывать. Вообще, такую интервалику всегда в нотах, в партиях тоже смотрите. Потому что иногда кажется, ой, там вот такой интервал. Да нет, это секунда. Это секунда. Она может быть записана как уменьшенная, предположим, терция. Да? Уменьшенная кварта – это большая терция. Да? То есть все время смотрите. Поэтому у тебя рядышком. Когда я с лета ноги не смею. Вот. Угу. Да. Да. Когда я с лет. Когда я с лет ноги не смею.
Так, все, сбросил. Томит. Закончить слово надо буквой Т. И взять дыхание, и не суетиться. Вообще суета должна быть убрана здесь везде. Меня томит. Снял, взял дыхание и пошел дальше. Клянусь имя Ностра земной. Теперь, когда ты будешь дальше учить разбираться с текстом? Угу. Кляну себя, но страсть. Но это немножко более значимый слог. Нельзя петь кляну себя, но. Себя, но. Это какое-то итальянское имя новое. Себя, но. Да, ну не знаю, что. Поэтому кляну себя, но страсть. Немножко но более дыханием чуть-чуть интенсивнее сюда вложиться, да? Кляну. Кляну себя, но страсть. Но только спеть, не сказать. Ты сейчас переходишь на разговор. Ага. Но страсть, на дыхании. Ты все время должен петь. Кляну себя, но страсть. Смотри, Костя, ты идешь к страсти, а нужно но страсть, но Еще страсть. Больше, да, сделать между ними как бы. Да, и дыханием усилить это но. Давай. Кляну себя, но страсть. Вот обрати внимание, к какому слову ты идешь. Ты идешь к стра, страсть. А я хочу к но. Поэтому включай, пожалуйста, сейчас, включай волю и концентрацию. Я хочу прийти к этому слову, я к нему приду. Кляну себя, но страсть земную. Я так и знал. Я с тобой стала петь, потому что я была уверена, ты бросишь эту ноту. Ты бросаешь, да, ты просто изменщик какой-то, ты всех бросаешь по дороге, а? Просто, да, тут бросил, туда побежал, что это такое? Давай, роди красивые ноты, не бросай их, давай. Кляну себя, но страсть земною. Вот так. Так, теперь не расширяй звук. Уже тебя немножко понесла. Это нелегкое. Понесла, не да. Надо. Удержать надо себя. Удержать в узде. А для того, чтобы удержать, надо расчет дыхания. И ты должен знать, что перед унять дыхание брать нельзя. Понимаешь? В хорошем столичном театре тебя никто не поймет, если ты начнешь перед унять брать дыхание. Чего? Напрасно я хочу унять. Невозможно. Да? Напрасно я хочу унять. Соответственно, гладко, не прессингуя звук, не давя на голос, только дыханием. Давай напрасно. Напрасно нет. Я! Подожди, не попал. Разболтал? Разболтал. Да, напрасно я хочу. Концентрированный звук все время вперед легато. Напрасно я хочу. Еще, Костя, никаких срывов. Нять. Научись мягко отпускать ноты и научись мягко вступать в эти ноты. Угу. Давай без силы, без вот этого вскакивания в ноты. Научись мягко делать это еще. Напрасно. Напрасно. Нет. По складам. Напра. Угу. У тебя слог А только. Все, смотри. А, напра. Передвинь согласную. Напрасно я хочу унять. Рано. Зараза. Да, конечно. Да. И еще он пишет ритенуто мольто. Да. Поэтому дыши, держи дыхание все время. Эластика дыхания, оно должно быть... У тебя вот тут вот должно заболеть. А что ты вот тут вот у тебя все должно быть? Ну, давай, чтобы не женским дыханием. Так, вот, не задираться. Угу. А?
Ну да, это у хороших женщин. Хорошее женское дыхание, да, здесь. Но и мужчина, а у мужчины-то еще больше, да? Да, давай, взял дыхание и прямо дыши. Напрасно я хочу унять. Да, о, Костя, сейчас, у тебя немножко должно сейчас от дыхания чуть голова кружиться. Знаешь, как будто ты поднялся в горы. Я тут была какое-то время назад во Владикавказе, меня подняли в горы, там горы около 2000 километров, там 1900. От этого кислорода немножко наступает там вот такой какой-то крэзи. Вот у тебя сейчас от этого кислорода, который у тебя сейчас зафункционировал в теле, у тебя должно немножко так, голова должна так просветлеться, да? Давай, дыши, дыши. Не просто голосом, это все с дыханием должно быть связано. Дыхание это как хороший разговор, вот как легато, легато, все соединяй. Давай, работай. Уже. Давай, напрасно. Дыхание хорошее. Напрасно я хочу унять, и все хочу, тогда внять. Ты опять мыслишь, я бекар, как будто эта вот нота, вот мы стоим, эта нота у тебя здесь. Тогда внять, рядышком. Обнять! Да, вообще ее никуда не двигай. Ты ее мыслишь, дайте ля бекар, он у меня на другой стороне гостиного двора. Рядом. Да? И все хочу. И все хочу. Тогда... Нет, Костя, не пойдет. И все хочу. Оставляй пластику. Тогда обнять. Рядом, вот все что, смотри, это рядом, это не так, это вот здесь. И все хочу. И все хочу, тогда обнять. Да, держи. Еще тогда обнять, все рядышком, прямо тогда. Тогда обнять. Костя, ты летишь. Ты лети, устремляешься к ля бекару. Оставь его по остаточному принципу. Спой сначала. Тогда обнять. И там что останется? Тогда обнять. Так-ка держи. Что тебе мешает? Ты можешь полчаса держать сейчас. Угу. Прямо тогда. Тогда. Не устремляйся к нему. Устремись. Ре, ми. Это твой контроль сейчас, легато. Ре, ми, фа. Тогда обнять. А потом просто его спокойно поставить на дыхании. Тогда обнять. Держать. Еще дальше. Держать, конечно. В Германии. Да. Ты хочешь быть тенором, да? Ты хочешь быть тенором? Ты хочешь петь тенором? Ты хочешь петь Германа? Это не я придумал, что ты хочешь петь. Это ты мне сказал на нашей встрече. Хочешь петь Германа? Вот. Поэтому, если ты хочешь петь Германа, у тебя ноты эти должны быть безразмерные. Это тебе из зала скажут. Невероятно, сколько он может держать эту ноту. Держи ее. Она должна быть 5 долей. Не 3,5, 5 долей. И еще, все-таки ты торопишься, проходя, тебе кажется, что надо скорее туда перевалиться. Туда ты перевалишься. Ты вот здесь пой. Тогда обнять. Вот прямо вползи это. Давай, легато. Тогда обнять. Держи еще. Еще, еще держать. Еще держать. А до этого было хорошо. Прямо дыхание спокойно. Правда было лучше, да? Смотри, спокойно все сбросил, и как бы въезжать, но все время вот так по воде. Не так, а... Тогда обнять. Спокойно, да? Давай. Тогда обнять. Так, дальше. Кружится головушка.
И все хочу, мою святую. Кружится, нет? Да, чуть-чуть. Вот это вот хорошо, значит, все правильно работаешь. Только ты все-таки безвольно проходишь. Тогда тебе кажется, надо скорее в Лябикар. Надо скорее. Нет, надо позже. Есть вещи, которые надо делать позже. Позже. Заставь себя сейчас позже. Угу. Удержи. Давай прямо еще раз тогда. Тогда. Это лучше. Теперь, когда ты держишь, уже пришел к этому ля, то возьми его не в предельной звучности. Понял. Возьми его, как ты шел. Вот ты шел к нему, спокойно возьми. Ты понимаешь, ты, вот смотри. Тогда обнять. Вот если бы тебе гамму надо было спеть, ты бы спокойно ее спел. Тогда обнять. Тогда обнять. Смотри. Тогда обнять. Это у меня не вокальное дыхание. Но я сколько ноту продержала? Потому что я думаю понял. Сейчас, как ее правильно рассчитать. А ты делаешь так. Тогда обнять. Я в Лябикаре. Какое счастье, Лябикар мой. Да? Да? Вот. А нужно рассчитать, чтобы нота была безгранично длинная. Девушки умирают от тенорового звука. Все. И сидящие, кстати, в зале, когда вот гля у тебя попадает красиво, все умирают. Но нужно дать этот теноровый звук безразмерный. Девушки, умираем? Да. Я тоже умираю. Живая только я. Да, прямо еще раз. Поехали. Дыхание и гладко, тогда спокойно в Лябикар входишь. Тогда обнять. Им отдай, не себе. Ты эгоист, смотри. Я обнять себе. Тогда обнять. Вот тебе до микрофона два шага дойти. Дальше нельзя ходить. Тогда обнять. К Ираиде хотя бы принеси сейчас свой Лябикар. Угу. Давай. Давай. Тогда обнять. Все равно еще мог держать и держать. Ну ладно, перестраховался. Все, дальше давай. И все хочу. И легать. И легатиссимо. Снял ноту, да? Предположим, я за тебя сниму. Обнять. Оставил красивое дыхание и поехал дальше. И все хочу мою святую. Легатнее. Костя, здесь много слогов. Да, здесь на каждую ноту слог. Передвигай их гладко, гладко, не ударяя ни один слог, ни одну ноту. Давай. И все хочу мою святую. Остановимся. И все ха, и все ха, и держусь, и все держусь, все ха, держусь, хочу, хочу. Держись все время за предыдущую гласную. Не перепрыгивай на ноту, пока ты... У тебя должно держаться в голове две ноты. Это закон легато. Две ноты попытаться певцу держать в голове. И все, вот прямо две ноты. И, да. И все хочу мою святую тогда обнять. Вот продолжай легато. И все хочу мою святую. Ну ничего, ну а здесь, немножко путаешь ритм, но это сейчас не имеет значения. Ритм тут выучишь, это полчаса здесь посмотреть в ноты и выучишь. И все хочу мою святую. Это четверть. Вот здесь дыхание перед соль бикаром, ну, последним затактовым это дыхание, потому что дальше длинный такт. Тогда... Не бросай. Тую.
допеть, никогда не обрезать ноту. Обрезанные ноты всегда очень плохо звучат. Сейчас подойду. И все. И все хочу, мою святую. Там просто четверть, без точки, на всякий случай. Да, извините. Да. И все хочу, мою святую, тогда обня... А здесь на одном, да, дыхании, без цезура? Нет, перед обнять ты все равно возьмешь дыхание. Даже если мы задачу поставим, возьмешь дыхание. Ты просто еще, ну, не так развито дыхание, чтобы ты здесь это пел на одном дыхании. Лучше сразу договориться, что подхватишь. Но другое дело... Вот этот интервал «тогда, тогда, тогда». Посмотри на меня. Давай, бери «тогда». Тихонько так, аккуратно, на дыхании. «Тогда». Нет, глаже. «Тогда». «Тогда». Нет, низко берешь соль бекар, выше сразу. «Тогда». И сюда смотри. Тогда. Обнять. Да. Вот это вот и есть вот эта вот фонация правильная. Вот. То есть звучи, пой, не кричи, не рви, не обрезай и не укорачивай, а пой. Прям еще тогда. Тогда вот, может быть, у тебя и получится. Посмотри, что делай. Аккуратнее первые три доли. Аккуратно просто тогда, без крещендо. А тогда потом передвигаешь слог обня к обня. Тогда обня. Вот и все. Да, чуть-чуть, почти не дели. Вот сейчас почти не дели. Придет время, разделишь. Тогда обнять. Ну, попробуй пройди. Мягко. Тогда. Громко, громко, Костя, не хватит тебя. Не хватит. Расчет должен быть. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Снял. Восемь долей. Давай. Тогда. Обня. Здесь я перелет. Я потерялся там. Хорошо, хорошо, но я это потерялся. Перелет. Тогда. Тогда. Вот сейчас меняем слог. Обнять. И следующие четыре доли. Угу. Давай. Тогда. Нет, не заныривай, ровно, гладко. Тогда обнять. Вот так вот есть. Только опять не оставляй себе, отдай девушкам. Угу, да? Угу. Еще раз тогда. Немножко расход. Транжиришь деньгами в первом такте. Не транжирь. Пока нет такой возможности. А экономный режим. А то, ты знаешь, ты водитель, нет? Да. Водитель. Но это все равно, что нога левая будет на тормозе, а правая у тебя в пол весь бензин уйдет. Зачем так? Ты же все-таки как-то контролируй. Держи. В экономном режиме. У тебя, вот у меня сегодня бак, я посмотрела, господи, забыла. У меня только бы до театра сейчас доехать, там заправка. А осталось мало, поэтому газовать по 140 км в час я не буду. Не газуй. Хорошо. Давай. Тогда обнять. Глаза не вниз, а девушкам. Я имею. Ты ничего, давай. Им, все, давай. Легато. Выше просто, да. Там. Давай. Я имею.
Костя, подожди, не бравируй звуком. У тебя есть голос. Если бы у тебя не было голоса, я бы тут сейчас не сидела бы с тобой, да? Но сижу, потому что я вижу смысл и вижу, и уже вижу какие-то результаты. Значит, спокойным звуком, достойным, красивым, непредельным. Потому что ты сейчас вообще-то объясняешься в любви, ты объясняешь Томскому, вот не знаю, что со мной, все, погиб, влюбился. Я имени ее. Так тоже есть тенора, которые поют. Ну, наверное, не стоит, да? Мягко, красиво, пластично. Давай. Я имени ее. Бросил спокойно и красиво, мягко. И не хочу. Костя, не пройдет. И была хорошая нота, поэтому не хочу. Давай без этого. Ближайшие 10 лет без этого. Красиво, достойно. И поставил ноту красивую, не хочу узнать. Без пенсьеров. Это не Герцог, это не пенсьер. Вот именно. Так, хорошее дыхание, легато и непредельно. И не хочу узнать. Утопил ноту. Знать. Все, она у тебя на дне озера, в сопропеле там уже, да? Ого, она идет, идет, она зал покрывает. Хорошо. Еще добикар тоже должен зал покрывать. И когда пойдет пиццикато, ты еще ноту держишь. Узнать. Ага. Да? Я понял. Узнать прямо. Нет, это без дыхания. А теперь попробую ее сфилировать. Не топи, узна. Вот нота, она так немножко черепашьими шагами, да, но она движется. Узна. Вот к зеленому платью. Давай узнать прямо. Узна. Глаза к зеленому платью. Где у тебя глаза? У тебя глаза в себе. В себе глаза. Туда, туда, в публику. Научиться надо. Глаза должны быть открыты. Туда. Еще раз. Узнать. Вот что-то похоже. Я думаю, мы должны на этом закончить. Да? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Очень рад. Ну, надеюсь.